Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Посейдон. И мы возвращаемся на миссию на вершине мира в Дубае. Где мы будем устранять Инграма и Стевисанта на бесшумный убийца, только костюм. Итак, мы начинаем в вестибюле Атриум. Берем удавку, берем ампулу со смертельным ядом и пистолет с глушителем. Я лично беру Крюгермайерс 2.2, потому что мне он удобен. Вдобавок ко всему, для того, чтобы выполнить этот способ прохождения, вам придется в предыдущем прохождении открыть лестницу на вентиляционное помещение. Если вы это не сделаете, то у вас не получится выполнить это испытание, как я это выполнял. Итак, начнем. Как только миссия начинается, мы бежим в сторону лестницы. И поворачиваем налево. Поднимаемся по этому стеблю дерева. Наверх. Заходим через эту дверь и прислоняемся к этой стене. Выжидаем, пока вот этот охранник, который находится в противоположной стороны, приблизится. Как только он идет, быстро спамьте Q, чтобы оглушить его. Затем берите его пистолет и бросайте его сюда. Закрывайте дверь и прячьте этого охранника. За это время, что вы будете прятать охранника, наш Стависант подойдет и увидит пистолет. Соответственно, скажет своему телохранителю убрать его. Тем временем, пока вы спрятали охранника, вы берете удавку, ждете, пока он пройдет мимо, и оглушаете его, устраняете его при помощи удавки. Прячьте его в этот же шкаф. Идем дальше. Поднимаемся по лестнице. Поднимаемся здесь по железной металлу и потом по этой лестнице, которая ведет вентиляционное помещение. Это лестница, которая заранее надо в предыдущих прохождениях открыть. Ее открывается при помощи лома любыми способами. Ну, при помощи лома. Затем оглушаем вот этого охранника. Вот как раз здесь есть лом, если кто не знает. И прячем его так, чтобы его не видно было, когда откроем эту дверь. Инграм уже здесь стоит, и невозможно его достать. Он как раз подходит к своему бокалу виски, выпивает и отойдет продолжать свой маршрут. Как раз он уходит вместе, и его телохранитель тоже сейчас пойдет. Приближается дополнительно сюда охранник. И как только он уходит, приближаемся к этому бокалу и замешиваем туда нашу ампулу. Выходим и спускаемся вниз. По лестнице. Вытаскиваем глушитель.
Уничтожаем камеру. С первого раза у меня не получилось, но это потому что я не попал. Пытаемся снова. Да, начался поиск, потому что появился, испугался этот работник. Мы выжидаем, пока он придет обратно, и пост закончится. Не беспокойтесь, у нас полно времени. Если бы я попал бы с первого раза, то он бы не сбежал. Как только он приближается к фонарю, спускаемся вниз и бежим его оглушать. Заодно спрячем его. Вот в эту коробку. И осталось только выжидать. Примерно через 5 минут Инграм закончит свой маршрут и придет снова к своему бокалу, чтобы выпить. И только надо выжидать. Итак, Инграм как раз заканчивает свой маршрут, и он уже сидит там, где мы его встретили, когда мы оглушали того работника. Он сейчас встанет и подойдет к своему бокалу. Выпьет, поперхнется. We got 47. И можно будет уходить отсюда. Да, надо много ждать. Но это наиболее легкий способ для того, чтобы выполнить бесшумно убийца только костюм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, и я не прощаюсь.